В Малом зале Дворца культуры «Спартак» состоялось заседание общественной палаты. На повестке дня стоял вопрос о качестве услуг, оказываемых населению муниципальными учреждениями образования и культуры. Как отметил в самом начале собрания председатель общественной палаты Магомед Расул Шейхмагомедов, сфера обслуживания населения в разных областях должна быть на соответствующем уровне. В продолжении собрания курирующий вопрос общественного совета первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов озвучил о том, какую работу планируется проделать за период текущего года. Определен оператор по проведению независимой оценки оказания услуг. Он находится в объединенной газете «Дружба». По нему тоже принято постановление. На сегодня завершена работа по размещению и опубликованию сведений информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 39 учреждениях образования и 4 учреждениях культуры. Также завершена работа по внесению информации о результатах независимой оценки. Далее на собрании выступил начальник управления культуры Рамазан Чарихов, отметив, что в данном направлении проводится достаточно трудоемкая работа. Все значимые культурно-массовые мероприятия муниципального и республиканского масштаба не обходятся без участия творческих коллективов города. То, что проводимые работы, делаем на совести. Но каждое мероприятие после этого мы всегда сидим, осуждаем, где упущенные недостатки, чтобы в дальнейшем, чтобы такого не было. Работаем, чтобы на благо города, чтобы граждане города, чтобы были от нас довольны. Член общественной палаты города, народный герой Дагестана Зайбудин Омаров провел торжественную церемонию вручения медалей за верность клятве Гиппократа, учрежденной Советом ветеранов отдела внутренних дел города Хасавюрт, врачом Центральной городской больницы, приурочив к минувшему профессиональному празднику Дня медицинского работника. Это ваше лицо, друзья. Это ваш труд. Ваши бессонные ночи, которые проводили вокруг головы наших больных людей. За спасенные жизни вам огромное спасибо. Исламова Зурьян Алипашаевна, я вас поздравляю с этой наградой. Спасите на здоровье. Вика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».